Хоровое искусство своими корнями уходит в далекое прошлое. Слово «хор» появилось еще в Древней Греции, считалось и без сомнения будет считаться занятие в хоре частью образования и воспитания новых поколений. Единственное в Магаданской области специализированное детское учебное заведение в области вокального искусства – детская хоровая школа города Магадана. В 1989 году Магаданский городской совет народных депутатов и исполнительский комитет приняли решение об открытии городской хоровой школы. Но этому историческому решению предшествовали 7 лет жизни коллектива в статусе хоровой студии на базе общеобразовательной школы номер 13. Уже в этот период коллективы студии выступали на всех проводимых мероприятиях в городе и области, а также за пределами Калымского края. А на областном смотре хоровых коллективов, посвященном 40-летию победы в Великой Отечественной войне, хор был удостоен высокой награды – диплома первой степени. В 1989 году хоровая студия была реорганизована в хоровую школу. Изменился и адрес проживания. Этот маленький домик по улице Комсомольская, 24, согревал души педагогов и учеников. Долгие годы именно там продолжали осуществляться большие планы сопричастности к высокой музыкальной культуре и театральному искусству. В 1999 году хоровая школа переезжает в здание металлиста по адресу Пушкина, 8. В этом же году новые условия дают возможность школе открыть подготовительное отделение, а с 2000 года оно приобретает статус отделения раннего музыкально-эстетического развития «Теремок», где дети познают мир музыки, осваивают нотную грамоту, развивают творческие способности. В 2005 году школа расширяет диапазон образовательных услуг, открывается отделение «Сольное пение». С 2013 года на основе федеральных государственных требований в школе реализуется дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства – хоровое пение. В настоящее время в школе успешно совершенствуют свою творческую деятельность такие коллективы, как хор младших классов, вокальные ансамбли «Мелодия», «Акварель», вокальный ансамбль «Гармония», концертный хор «Аллегро». Ученики и творческие коллективы принимают активное участие в культурных мероприятиях города, являются лауреатами и победителями городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, становятся стипендиатами губернатора Магаданской области и мэра города Магадана. В 2014 году в нашей стране был организован удивительный хор, в который вошли дети всех субъектов Российской Федерации. Когда звучит детский сводный хор России под управлением великого дирижера современности Валерия Гергиева, мы гордимся, что и ученики нашей школы являются его участниками. Образование, получаемое в школе, для многих детей становится базой для будущей профессии. Среди наших выпускников есть и педагоги-музыканты, и руководители музыкальных коллективов, и дирижеры оркестров, корреспонденты, звукорежиссеры, солисты и артисты хора музыкальных театров города Магадана, России и Соединенных Штатов Америки. А на сегодняшний день... В школе работает высококвалифицированный коллектив. Есть педагоги, имеющие звание почетный работник культуры города Магадана и почетный работник культуры Магаданской области.